Друзья, здравствуйте! На дворе прекрасный вторник, 5 октября, а это «Вертикальные новости». Я Алексей Форсиков. Поехали! Какой сегодня день? День учителя. Всех учителей с праздником! Спасибо за ваш труд, счастья вам, здоровья и хороших учеников, вот как мы были у вас. Да. Накануне у нас что было правильно? Сломался Facebook, Instagram и WhatsApp. На самом деле не такая страшная вещь, все ведь пережили, правда? Мир не разрушился. В школьных чатах затихли споры, никто не присылал странные картинки и тупые шутки. Мы отдохнули от сторис и статусов. Хорошо же, правда? И да, отдельно радуемся за Telegram, куда перебежали все, кто без этого WhatsApp и Instagram не выдержал. И вот что происходило с телегой, когда все остальное прилегло. И пока вы все это переживали, у наших ребят Ани Кривецкой и Ростика Скидана в парноблоге вышел новый видос, большой и красивый. Путешествие в горах Архыза по озерам. Не по Ставропольскому краю, конечно, но тоже красота нереальная. В общем, там сногсшибательные виды, полезные советы для туристов и много эмоций. Выпуск уже на Ютубе. Парноблог называется. Посмотреть, кайфануть и подписаться. Запомнили? Завтра, в среду, 6 октября, по всей России пройдет проверка систем оповещения. В 10:40 утра по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска, правильно, электросирен и громкоговорителей. А также, что самое интересное и будет очень прикольно выглядеть, это замещение эфира общероссийских, общедоступных теле- и радиоканалов до 1 минуты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Так что, если вдруг что, в 10:40 завоет, заорет, не переживайте, все нормально, это просто учение. Чего? Сирена, все, нам все пипец. Че, рили, что ли, сирена? А вот где-то на Ставрополье замечено такси с максимальным, по мнению его владельца, уровнем защиты от всего. Я бы на таком не поехал. А сейчас, внимание, очень важная вещь. Из Георгиевского округа зрители просто засыпали наш директ с просьбами помочь. И мы в вертикальной редакции, разумеется, не можем отказать. Грустная история вот такая. 25 сентября в поле недалеко от станицы Незлобной нашли этого парня. Кокер-спаниель, примерно 4-5 лет, очень тоскует по хозяину, плачет. Отзывается на имя Чарли. Если вы знаете, чей это пес, или если вы его хозяин и ищете его, то звоните вот по телефону на экране. И вот надеюсь, что вы вот нас простите, что сегодня без милоты. Давайте лучше поможем Чарлику вернуться домой. Всего хорошего.